Я считаю, что даже бессмысленно мозги напрягать. В итоге вышло два варианта. Два варианта, и они живут, они каждый, так сказать, пошел жить своей жизнью. И это здорово. Давайте вместе подумаем. Ислам не лучше. Ислам не лучше, да? Случайно. Нет, я тоже считаю, вот это название более креативное, да? И обложка креативная, ну, демонический, Толстой, все. Но. Ну, для России, может быть, это название лучше, да. Вот. Для России. Но. Вот та книга, я согласен с мэтром Ренато Фонде, я согласен, потому что в той книге некая есть солидность, более, так сказать, весомость, понимаете? И второе, я рад, я же дизайн делал и этой, да, книги. Там как бы зеленая вселенная. Исламская культура, она такая же глубокая, я хотел сказать. А может быть, знаете как? Дайте на секундочку. Может быть так вот? Ислам мир, а здесь вот история сквозь века, может так? Вместо «Восток глазами классиков». Дело в том, что там на самом деле, да, история сквозь века – это вот, ну, начальство, когда книга была под этим. На самом деле это не история сквозь века. Здесь вообще великолепный замысел какой? Что вопреки, что сложилась трагическая ситуация в мире, да, что ислам – это религия отверженных, что это религия, так сказать, экстремистов там, и так далее. Это в общественном мнении, так сказать, к сожалению, доминирует. В подсознании, так сказать, уже пошло, да? Потому что вот пошли такие термины. Исламисты очередной раз там такое совершили. Никто не говорит. Иудаисты вот такое сделали, христианисты такое. Таких слов нет. А исламисты, вдруг слово появилось, да? Кто пустил в оборот режимного слова? Да, тем не менее, оно живет уже своим, так сказать, этим, да? Вот. Понимаете? И вот на этом фоне, показать, что величайшие умы христианского мира, Западной Европы, Восточной Европы, да, начиная от гениального Толстого, кончая гениальным Гёте, да, вот, и многие другие, так сказать. Я, кстати, не менее гениальным считаю, недооцененным в русской культуре Лермонтова, да, интересовались исламской культурой. Они стремились ее познать. И еще более значимо то, что они, познав это, постарались поделиться в своих произведениях, так сказать, да, значит, со своими читателями, теми, так сказать, глубоким восхищением, да, оценкой и так далее. И вот эта книга как раз анализ вот, поисков, анализ межконфессиональных, да, межкультурных, так сказать, мостов. Потому что если таких людей не будет, и с нашей стороны, да, которые, так сказать, западноевропейские, значит, эти достижения культуры, да, вот. И с той стороны, которая достижение культуры, так сказать, достаточно не поверхностная, а глубокая культура, так сказать, исламская, тогда, так сказать, не будет вообще мира и не будет цельности человеческой культуры. А здесь, получается, это вот как бы культура отверженных, да? Вот, ну, в итоге, по факту происходит, да, такое? Вот. Поэтому моя точка зрения такая. Вот Китай. Китай смог сделать то, что сделала Япония в XIX веке. Они взяли все те достижения, которые западно-христианская цивилизация, так сказать, да, и эти достижения максимально, так сказать, освоили, и опираясь на них, так сказать, двинулись дальше. Пожалуйста. Китай сейчас демонстрирует, Япония ранее продемонстрировала и так далее. Да? Мы должны учиться у них, учиться. Вот. Мы, к сожалению, отстали. Величайшие достижения исламской цивилизации, так сказать, математиков, астрономов, тут календарь Хайяма, так сказать, 200 лет использовался, карта звездного неба Улугбека 300 лет использовалась, да, в Западной Европе.
И Бонсина до сих пор остается еще, так сказать, эталоном, да, медицинского этого глубочайшего, так сказать, знания. Тут там есть еще и другие, так сказать, аль-Хорезмии, ну, алгоритм, допустим, говорят и прочее, да. Вот. Ну, алгебри, так сказать, да, алгебра откуда произошла. Даже тот же алкоголь, аль-химия, химия, слово произошло, так сказать, отбросили аль, да, вот, и так далее. Не было бы, не было кордовского халифата с великолепно выстроенной системы на территории нынешней Испании, да, где толерантность была, где, так сказать, и евреи свое место находили, да, и находили свое место и христиане, и так далее, да, значит, уникальное, так сказать, явление было. И это осталось, кстати говоря, в испанской культуре, потому что эти арабы научили садоводству, земледелию, потому что это была бесплодная пустыня Испания, да. Кстати, язык испанский, эль, греко там и так далее, это же от аль и все прочее, да. Вот. Поэтому вот это, к сожалению, так сказать, во многом потеряно. И задача современного поколения, значит, и я здесь подчеркиваю, татары, не потому что я татарин, не потому что вы татарин, не потому что вы татарин, я говорю, да, но татары, я думаю, имеют шанс стать во главе реновации, во главе, так сказать, такой своеобразной культурной реконкисты, да. Почему? Потому что так получилось, в силу, так сказать, многих, один из самых просвещенных и владеющих, так сказать, огромным количеством знаний современных. Не случайно Сюняев, один из выдающихся, так сказать, столпов ядерной физики, да? Руаль Сагдеев, так сказать, выдающийся, значит, специалист по космосу, да? Или, допустим, Роберт Нигматуллин, кстати, который почти, так сказать, вплотную приблизился при выборах президента Академии наук, да? Выдающийся современный математик и так далее. Правда, ни одного из них я на татарском конгрессе, так сказать, не видел. Были оба. Вот. В президиуме сидел и Сюняев, и Роберт Нигматуллин. Роберт Нигматуллин, кстати, член Ветсовета нашей газеты. Да. Кстати, удивительный человек. Да. Удивительный, да? Удивительный. Вот. Поэтому я считаю, как это... Мне это, отец в детстве, значит, делал вовремя замечание. Однажды тоже сказал: «Син мулла, да мин мулла, от капчан ким сала», да? Вот. Мы все такие вот пыжимся, интернет там у нас вот то, сё, так сказать, да, айпад и все прочее. Вот. А вот такая вот работа кропотливая, да, по возрождению своей культуры, по поднятию уровня, так сказать, да, потому что я помню, в 70-е годы в Москве, я первый раз, когда, так сказать, приехал, не зная, что я татарин, некоторые, так сказать, мои эти собеседники, это татары, это носильщики на вокзале, да, вот, или еще что-нибудь там, это что-нибудь такое, да, вот. Но такие люди, как там Белельдинов, да, такие люди, как я уже озвучивал, Сагдеев и так далее, да, такие люди, как Акчурин и прочее, да, они в целом поднимают бренд, самооценку, вот, самооценку. И поэтому вот мы должны взяться, мы вот переживаем за то, что, значит, не татары не учат татарский язык в школах Татарстана. Сейчас проблема возникла. Да, дилемма. Я сейчас готовлю статью, которая, так сказать, доказывает тем же русским людям, что это выгодно русским в первую очередь. Знать языки,
народов и так далее. Но сейчас я про другое хочу сказать. Сами татары теряют свой язык. Вот я, к сожалению, в Узбекистане рос, я блестяще владею узбекским языком. Я владею, думаю, что тоже гораздо лучше, чем миллионы русских русским языком. Но татарский язык у меня в пассиве, потому что я, в среде, рос в Фергане, где, очень было разноязычное, но татарский язык только в семье и так далее, да, и он активно не был заведен. Вот, но грех, живущим в Татарстане, татарам, да, не знать своего языка, а масса таких, да. Поэтому не по поводу переживать других, которые не знают язык свой, да, а по поводу своих, которые не знают свой язык. И причем насильно все равно не научишь языку ни сторонних, ни своих, да. Значит, нужны интересные фильмы, интересные книги, интересные песни, да, которые были созданы на татарском языке. И тогда это будет, я нейробиолог скажу, без всякого напряжения в подсознании. Что есть в подсознании, не вырубишь.